В Сеуле почтили память жертв смертельной давки на Хэллоуин, улицу, где ровно год назад произошла трагедия, унесшая жизни больше 150 человек, запомнили цветы. Люди оставляли специальные послания на стене, адресованные погибшим. Итоги полицейского расследования показали, что давка произошла в основном по вине местных чиновников, которые не справились с планированием парада по случаю Хэллоуина и не смогли эффективно отреагировать на происшествие. К ответственности были привлечены 23 человека. Тогда люди оказались в узком переулке, ширина которого не превышает 4, а длина 40 метров.